А на чем вообще в основном зарабатывает биржа? Во время работы в Binance было запрещено торговать. Торговля с плечом вообще была запрещена. А как можно проверить вообще надежность биржи? Штаты защищают весь рынок под свои компании. Все крупные биржи, которые обслуживают россиян, я думаю, всем прилетит. Какие ты видишь вообще тренды сейчас в индустрии? Друзья, привет, рад вас видеть, новый выпуск Headliner'ы, и сегодня мы говорим про крипту по-взрослому. У меня в гостях Глеб Костырев, человек, который являлся экс-топ-менеджером Binance, возглавлял 60 стран и один из 12 людей, который напрямую репортил, соответственно, CZ. Глеб, привет. Спасибо, привет. Что да, к нам пришел. Слушай, и расскажи, что это вообще значит возглавлять 16 стран, и какие это были страны? 60 стран. Ой, 60 стран, прости. Ну, на самом деле, все эти 60 стран были поделены на, скажем так, на субрегионы. Восточная Европа, которая включала в себя Украину, Польшу, Румынию, Латвию, Эстонию, Венгрию. Ну, в общем, да, вот такие восточноевропейские страны. Другой субрегион — это был СНГ и Россия. Да, соответственно, там центральноазиатские страны туда входили. Казахстан, Узбекистан, Армения, Грузия и так далее. Потом был регион большой, да, в который включал в себя, да, азиатские страны, да, начиная от Японии, Кореи, заканчивая там Филиппинами, Малайзией. Ты в том числе руководил вот этими регионами? Да, в том числе. Удивительно, так? Да, то есть там были Таиланд, Камбоджа, где только не был. А отдельный субрегион — это была Австралия, Новая Зеландия. И мы выделяли отдельно Турцию, потому что Турция была один из топовых рынков. Ну, как все знают, это один из крупнейших рынков криптовалют в мире. Ну, вот поэтому у меня тоже там была команда, которая напрямую мне репортила. Слушай, ну то есть, а как получается? У тебя есть, например, один регион, которым ты руководишь, и дальше на каждый регион, не знаю, свой региональный менеджер, там, условно говоря, на каждую страну, который человек, который полностью отвечает за представление Binance в этой стране. Да, дальше были субрегиональные лидеры, например, вот там Володя Смеркис отвечал за Россию СНГ, там Кирилла Хомяков, он отвечал за Восточную Европу, ну и продолжает до сих пор. Ну вот, в APEC у меня был Леон, который отвечал за этот регион. Под ними уже, под субрегиональными лидерами, были, например, главы по странам, да, general manager по какой-нибудь стране, по Филиппинам, по другим странам. Как так получилось, точнее, каким человеком ты стал, что ты занял такую вообще позицию в Binance? На самом деле, я пришел еще 5 лет назад, когда в Binance вообще всего было там 100 человек, и так. Я был на тот момент вообще первым русским, но ты, скорее всего, там один из первых европейцев. Тогда еще офис Binance был в Японии, поэтому я как только присоединился, это был август или сентябрь 2018 года, но, собственно, я прилетел в Японию, пробыл там пару недель, собственно, с коллегами познакомился, с CZ, вот это в первый раз увидел, ну, вот, и там, соответственно, с другими коллегами, ну, как бы, и начал работать. И началось, понятно. Да, то есть я изначально отвечал за пиар, ну, вот, в России, потом очень быстро это перешло на, давай ты будешь всем маркетингом рулить в России, потом в России СНГ, а что только СНГ, возьми еще Восточную Европу, а давай ты не только маркетингом будешь, а будешь заниматься всем, то есть будешь дженерал-менеджером, ну, в целом отвечать за все развитие бизнеса и там за привлечение всех юзеров. Ну, и вот 2 года назад CZ мне сказал, что, слушай, что ты только отвечаешь за СНГ и Восточную Европу, давай ты будешь... Ты возьмешь еще себе вот Азию, Австралию, Турцию. Вот, собственно, так и получилось, что вот последние 2 года я этим занимался. Слушай, а если не брать Азию, Австралию, Турцию, то что осталось? Осталась Африка, Латинская Америка? Осталась Африка, Латинская Америка, Ближний Восток. Ближний Восток. Он не входил в мои регионы. Китай в отдельный регион выведен, да? Китай был тоже в APEC. Я понял. Слушай, а вот если брать вот эти 100 человек, с которыми вы, условно говоря, там начинали, когда ты присоединился в Binance, вы как бы вот многие выросли как бы в рамках компании, то есть поднимались по зонам ответственности и так далее. Или в какой-то момент Binance начал хантить людей со стороны, типа, условно говоря, ставить топов. Как команда формировалась? Смотри, изначально первые 2-3 года, да, то есть Binance на тот момент все равно был еще небольшим стартапом, поэтому не так много было, скажем так, желающих прийти. Это вот только во время предыдущей бычки начали хантить активно людей, знаешь, из крупных корпораций. Ну вот, в целом, я бы так сказал, были, знаешь, разные периоды. То есть был период, например, период прихода людей из Uber. Потому что одним из... Вот, до того, как я репортил CZ, одним из моих начальников был Мэтт. Это американец из Сан-Франциско. Он работал в Uber. Ну вот, и, собственно, он пришел отвечать за глобальные рынки и стал еще приводить очень много людей из Uber. Там, в том числе предыдущий главный юрист Хон,
он тоже был из Uber, ну и в целом пришло очень много топов из Uber, да, то есть такой был период, на самом деле, в развитии компании, потому что Uber развивался примерно так же, как Binance, если смотрел сериал. Да, да, Super Pumped. Да-да-да, про то, что Uber тоже был вынужден какие-то, да, регуляторные нормы, не то что, скажем так, обходить, да, но находить пути решения, ну вот, и то, что было определенное сопротивление. То есть, ну, короче говоря, да, путь Uber был очень похож в чем-то на Binance, поэтому на тот момент казалось всем, что люди из Uber могут сильно помочь вырасти компании. Да, потом какой-то был период, что брали других людей тоже еще, всяких из Google, Microsoft и так далее. Но последнее время, на самом деле, CZ пришел к тому, что надо растить таланты изнутри, потому что не всегда это хорошо брать самых топовых людей, потому что во многом они приходят в компанию, говорят, что «Так, слушайте, мне надо нанять 10 помощников, там 100 подчиненных и так далее». То есть не все хотят работать, скажем так, руками. Слушай, а сколько в пике было людей вообще в Binance? Мне кажется, 7500. Ну, 7500. То есть около от 7 до 8 тысяч человек. То есть и фактически вот в этой всей иерархии ты там стоял плюс-минус там на верхней линии. Да, да, да. Слушай, а вот если сейчас взять самое главное, знаешь, что не бывает такого самого главного, что то, почему у Binance получилось, это набор там тысяч факторов, которые да, были. Да. Но вот все-таки что, на твой взгляд, позволило Binance стать, ну, номер один на определенный период времени? И сейчас, я так понимаю, тоже крупнейшая биржа все-таки. Условно говоря, если мы видим 17-18 год, когда там 100 человек, стартап, нет ничего, и, условно говоря, там 21 год, рассвет, наверное, да? Рассвет, наверное, 21 год максимальный. Ну да, я бы сказал, что даже вот 22 до того, как... Ну да, крохнулся, да. FTX, да. Ну то есть вот, что на твой взгляд, вот как, это команда, люди, это просто повезло, это факторы. Я, честно, просто никогда не изучал, знаешь, как это, типа, кейс успеха развития компании, это вот супер интересно. Вот на твой взгляд, что это? Ну, или это влияние Китая, условно говоря, вообще, китайцы дали и пушим, и все залили деньгами. Ну как ты правильно сказал, это комбинация факторов. Да. Начнем с того, что Binance, да, это не была первая криптобиржа. Конечно. Да, уже было там всякие Bittrex, Poloniex и прочее. Bitfinex тогда, да. Да, но CZ правильно нашел время для запуска биржи. То есть это был вот там 17-й год, когда, значит, был бум ICO-шек, и на тот момент биржи не умели быстро листить. Ну, не могли технически быстро листить коины. Да, спрос на это был, на эти все шитки, и поэтому, как бы, да, CZ быстро запустил биржу, и инфраструктура биржи позволяла очень быстро листить коины. Ну вот, на тот момент даже была история с тем, что когда какой-то коин выходил на Binance, он потом падал в цене. Это сейчас, да, как бы ты листишься на Binance, все растет. А тогда была абсолютно обратная ситуация. Ну вот, и... То есть это раз, да, фактор. Во-вторых, как бы все-таки у CZ была уже на тот момент там сильная техническая команда, да, он проработал и в blockchain.com, он работал и в OKX, и он вообще занимался, да, исторически там тем, что пилил эти торговые движки, да, еще в Bloomberg. Ну вот, и у него была, как бы, да, действительно сильная команда. А потом, в отличие, например, от других китайских бирж, Binance всегда умел совмещать такой азиатский подход и западный подход, да, поскольку CZ все-таки он вырос в Канаде. Ну, американизирован. Да, то есть, поэтому он всегда, значит, совмещал, да, то есть. А можно вот уточнение, что такое азиатский подход, а что такое американский подход? Ну, скажем так, в азиатских компаниях обычно у тебя очень жесткая, строгая иерархия. Да, западные компании обычно стараются... Более горизонтально. Да, более горизонтально. Да, и то есть ты всегда там можешь прийти, что-то там спросить, например, у кого-то из топ-менеджеров, даже если ты вот присоединился на какую-то джуниор роль. В китайских компаниях все строже, и обычно все там топовые посты занимают только китайцы. Ну, понятно, и в какой-то степени это, наверное, ограничивает компанию от экспансии на мировой рынок. Да-да-да, то есть, например, мои друзья, там, тоже китайцы, говорили, что, ну, чтобы там поставили в традиционной китайской компании, чтобы поставили, например, русского топ-менеджера, типа, никогда в жизни. Но это как раз, я, наверное, хороший пример того, да, что все-таки в Binance удавалось это совмещать. А можешь рассказать какой-нибудь пример какой-нибудь конкретной сложной задачи, с которой ты столкнулся за вот эти там 5-6 лет в Binance? Вот такое, вот, знаешь, что было для тебя внутренним вызовом, который, вот, наверное, вот твой внутренний кейс вот в Binance такой, вот горжусь, короче, решением вот этой проблемы или задачи. Есть что-то такое? Всегда есть хорошие и плохие кейсы, да? Давай начнем. Да, с плохого. Давай начнем с плохого. Например, что провалили? Мы долго бились над тем, чтобы получить лицензию на Филиппинах. Мы нашли даже
компанию, которую мы хотели купить. Прости, почему так важна лицензия на Филиппинах? Потому что на Филиппинах есть законодательство, да, как ты, если ты криптобиржа, да, ты должен получить лицензию. Без лицензии ты не имеешь права работать именно на рынке Филиппин. Да, да. Филиппины — это огромный рынок. И если вспомнишь, вся история с GameFi, Axie Infinity, на Филиппинах она вообще процветала. Ну вот, поэтому вот нам надо было, например, получить там лицензию. И мы нашли компанию, которая лицензии, мы хотели ее купить, но были местные конкуренты, кто активно лоббировал, писал письма, местные регуляторы, какой плохой Binance, как они все нарушают. Вот. И в итоге, да, мы просто, ну, регулятор нам не дал разрешения на покупку компании. Ну, вот. Ну и сейчас, вот если ты слышал недавние новости, вот буквально на прошлой неделе комиссия по ценным бумагам Филиппин сказала, что, значит, так, Binance мы заблокируем, вообще никто не имеет права там торговать, только попробуйте там продвигать свой Binance на Филиппинах, мы всех посадим, типа такого. Дошел ли Binance до уровня Google, когда ты вроде номер один, но и ты уже в этот момент вынужден очень сильно соблюдать вот все, как бы, вообще все правила, регуляции, на тебя постоянно подают суды, твой шаг вправо, шаг влево, как бы расстрел, то есть как будто бы с ростом компании сложнее двигаться. Да, так и есть, потому что все внимание тебе. Но если почитать, например, того же там Питера Тиля, да, он очень классно говорит, что Google всегда умели себя позиционировать так, что они не монополия. Когда им кто-то говорил, вы занимаете там 80% рынка поисковиков, они всегда говорили, ну смотрите, а на рекламном рынке мы занимаем там всего там, я не знаю, 2%. Поэтому мне кажется, что как раз вот Binance мы просто не успели себя, да, так вот изменить позиционирование, что мы занимаем не 70%, например, да, рынка криптовалют, да, а там, не знаю, 2% от глобального рынка, не знаю, переводов денежных. А вот давай немножко поговорим про рынки. Это очень интересно. Единицы, на самом деле, людей говорят про рынки, просто это понимают только, мне кажется, на уровне больших компаний и так далее. Как ты в целом оцениваешь рынок пользователей криптовалют мировой? Сколько это вообще вот в людях, условно говоря? Хотя бы вот прогнозы. По-любому вы делали модели, делали предикшены. И с какой динамикой он растет, например, из года в год? Слушай, ну, рынок человек? Криптовалют всегда растет... Именно не в капитализации, а в количестве людей. Через пузыри, да. Так. То есть у тебя там на бычьем рынке у тебя может там количество пользователей в разы, да, увеличиться. Ну, в цифрах это сколько людей? Вот на твой взгляд, порядок. Слушай, ну, это там десятки миллионов, может быть, сотни. Окей. И когда мы говорим, Binance там занимал энную долю рынка, мы смотрим, почему, по объему транзакций или по количеству все-таки пользователей, которые сделаны? Которые зарегистрированы на бирже. Слушай, ну ты же понимаешь, это всегда очень сложно узнать, например, сколько конкретно пользователей у других компаний, да, потому что, ну, ты можешь посмотреть по эпке, да, но ты не знаешь, там, сколько пользователей на вебе. Поэтому это всегда очень такое приблизительное. Сейчас, как бы, да, вот оценивают рынок через объемы торгов. Ну, понятно, что мы знали, да, сколько мы занимаем долю на рынке, сколько у нас юзеров, поэтому мы примерно понимали, сколько приходится на другие компании. А вот как вы, получается, знали эту долю рынка? Ну, просто это, прикинь, это очень интересный кейс, типа, вот ты работал в компании, которая занимала там, не знаю, по закону конкуренции 50% рынка. То есть, ну, это же вообще как бы разрыв шаблон. Как вы это примерно прикидывали и считали? Жен, у тебя есть всякие аналитические, да, софт, всякие там App Annie, SimilarWeb и прочие, как бы, ну... Ну, это, условно говоря, некие сборные метрики, да, понятно, которые да, тебе показывают, сколько там визитов, какой трафик идет, сколько человек использует приложение и так далее. Друзья, кто давно подписан на канал, знает, что я связан с индустрией трейдинга аж с далекого 2009 года. Начинал я еще с рынка Форекса, с центовых счетов, с депозитом 10 баксов, а сейчас иногда приторговываю на крипте с депозитом 20-30 тысяч на сделку. За эти 15 лет на рынке я и привлекал инвестиции по трейдинг, и работал на стороне брокеров и бирж, и успел потерять и заработать сотни тысяч долларов. Я изнутри знаю, что 99% публичных трейдеров пиздоболы и реально зарабатывают на обучении и рефералках. И лишь единицы покажут вам стейтмент свой официальный за год. К чему я это? Я в курсе, что у вас болит. Какой продукт нужен каждому трейдеру. Причем неважно, какой у вас размер депозита, это $100 или 100 тысяч. Я понимаю, что у вас разные цели и задачи. И так как у меня сейчас есть доступ фактически к любому человеку из индустрии, будь то представитель биржи или маркетмейкер, мы решили это использовать. Мы с командой запускаем сообщество трейдеров-хедлайнеры и дадим индустрии такой продукт, которого на рынке просто нет. Прежде всего, это будет касаться сервиса и отношений с биржами, что особенно важно крупным трейдерам, тем, кто уже находится на VIP-статусах и умеет считать комиссии и бабки. Более того, мы уже запланировали несколько сессий вопросов-ответов с маркетмейкерами.
для нашего сообщества, которые, по сути, ну, как бы и рисуют эти графики. Поэтому, если тебя интересует трейдинг, досматривай подкаст до конца, а после обязательно переходи по ссылке в описании. Там интересно. Слушай, а как на вас все-таки отразился крах FTX? И вообще вот эта вся история. Можешь чуть-чуть... Мы уже все это 100-500 мусолили, разбирали, но ты в тот момент находился, я так понимаю, в рамках Binance, и вы все это на глазах как бы испытывали, я так имею, предложение одно, второе, там, купить, не купить, листинг, не листинг. Что тогда происходило вообще? Сейчас есть, смотря назад. Я бы сказал, что надо понимать немного предысторию, да, всего этого. Вообще, как к этому все пришло? Если совсем кратко, да, то Binance был инвестором в FTX. FTX этому был совсем не рад. Потом, да, FTX, собственно, выкупил. Ну, и были кейсы, в рамках которых, да, CZ и SM, там, скажем так, не находили взаимопонимания, да. Там, например, мало кто помнит, что был кейс с так называемыми leverage токенами. Что это такое, я даже не знаю. Ну, когда в токен уже автоматически вшито плечо. И Binance тогда эти токены тогда придумал, ну, то есть, как придумал, первый запустил SM, а Binance залистил, собственно, токены SM к себе. Потом FTX не обеспечил должную ликвидность, короче, в какой-то пролив рынка все посыпалось, людей ликвидировал почти там на 100%, но вот с этими токенами, естественно, Binance вынужден был возмещать эти деньги, и Binance сказал: так, все, короче, мы делистим эти токены, и через 3 месяца залистил свои. Такие же леверидж-токены. Ну вот. Ну и в целом, да, то есть, да, это все, мне кажется, копилось. Потом, естественно, Binance, когда FTX выкупил Binance, ну, долю Binance, то после этого FTX стал активно хантить людей из Binance. Некоторые там мои товарищи из нескольких стран, они перешли в FTX. Меня тоже FTX хантил. Слушай, прости, а FTX, я просто, честно говоря, не был пользователем FTX. У них был фокус на американском рынке? У них был фокус на американском рынке, но они, конечно, пытались и развиваться глобально. Okay. Ну вот, поэтому FTX меня тоже хантил. Uh-huh. Ну вот, и один момент я был близок к тому, чтобы туда уйти. Слава богу, не ушел. И, конечно, это тоже, ну, вызывало раздражение в Binance, что, значит, часть людей начала переходить в FTX, потому что FTX просто там предлагал людям там 3x, да, там, ZP, и, естественно, народ там переходил. Ну вот, и, ну, а потом пошли все эти публикации, которые были во многом спонсированы, мы на тот момент считали и считаем Сэмом и FTX, и когда, да, там выходят... Публикации в атаку Binance? Ну да, ты же видел все эти статьи в Reuters, в других СМИ, особенно когда они начали касаться там личных тем, да, там, а-ля, там кто у Сизи жена, там и прочее, да, то есть, ну, учитывая весь этот бэкграунд, было понятно, что шансы, вот я сейчас понимаю, что шансы на то, что там сделка какая-то осуществится, да, они, ну, были минимальные. Прости меня, сделка какая именно? Ну, когда Сизи, когда речь шла о том, что Binance может выкупить FTX, да. Ну вот, и, собственно, да, шансов было мало, ну и произошло то, что произошло. Ну и, собственно, мы как Binance посмотрели на активы FTX, да, стало понятно, что там дыра в капитале еще больше, ну вот, и как бы смысла выкупать не имеет никакого. Произошло то, что произошло, но как мы видим, что это тоже повлияло на то, что происходит с Binance сейчас. Вот, я не думаю, что на тот момент кто-то думал, что это может... оказаться бумерангом. Вот это, кстати, интересный вопрос. Давай перед тем, как перейдем вот к этой истории, мне нужно еще понять, а что вообще происходит с Binance US? Потому что как бы Binance, это к ней есть отдельное подразделение на Штаты, которое вроде как работало и сейчас даже работает так же успешно. Это что, это как бы дочка в рамках большой компании, как это все организовано? Ну да, это как отдельная платформа, которой владеет Binance, у которой есть там разрешение, всякие лицензии в США. А почему все реально в США выносят все? Всегда США выносят типа за рамки всех платформ? Потому что это вообще отдельный рынок со своими регуляциями? Потому что ты без лицензий, да, без разрешений не можешь предоставлять услуги американцам и не можешь им давать определенные продукты. Слушай, а по факту, значит, во всех других странах, где представлена та или иная биржа, если там ничего не лицензировано, не зарегулировано, то все это, любая биржа работает без лицензии, судя по этой формулировке. То есть, условно говоря, там Binance, который представлен в N-ных странах, в которых нету никакого законодательства относительно крипты, получается, что он, ну, просто там предоставляет услуги и все. А, смотри, все зависит от, опять же, локальных законов. То есть, например, возьмем Россию. В России нету закона о том, что ты должен
получать лицензию. Но на многих там рынках лицензии есть. Нету как таковой. Например, я говорю про Филиппины, да, то есть на Филиппинах, например, лицензии есть, в Таиланде есть, в Малайзии. Ну, в Дубае есть, да. В Дубае, ну, во многих странах, да, то есть уже больше, в принципе, я бы сказал, что даже вот в СНГ, да, в большинстве странах есть уже эти лицензии. Точность. Поэтому... По большому счету, если ты криптобиржа, ты обязан получать лицензию. Хочу немножко вернуться к теме рынков. Вот поговорили про Binance US, соответственно, там Филиппины ты озвучил, как большой рынок. А вот как можно выделить такие топ-5 рынков или топ-5 стран, например, на твой взгляд? Все-таки у тебя, ну, 60 странами руководил. По проникновению или по количеству пользователей. Потому что там, условно говоря, даже Япония, это же удивительная страна, в которой там, по-моему, у каждого второго есть крипта. С другой стороны, Америка там тоже, мне кажется, вообще там нет проблем. Вот я там 5 месяцев сейчас прожил. Турция, ты говоришь. Короче, вот какие страны? Я просто, вот, честно говоря, мы-то в СНГ-комьюнити знаем, вот типа есть там СНГ. Турция — огромный adoption. В Турции большое число людей, у которых есть крипта, и люди на самом деле спасаются просто от инфляции. Вот. И в Турции не так много проектов, не так много, понятно, венчурного капитала, ну, то есть вообще его нет. Ну да. Но зато там огромная ритейл-база, да, то есть там все знают про крипту, все а пользуются. Вот ты задумывался, как так получается, что в каком-то регионе говорят, это скам, это не будем трогать крипта, это типа скам, а в каком-то регионе все знают про крипту и условно уровень таксистов пользуются этим? Вот ты как человек, который был в маркетинге, в пиаре, вот как это происходит, почему одна страна идет так, другая так? Смотри, если ты живешь в какой-нибудь условной в Норвегии... Тебе нафиг это не надо. Да, ты... Там у тебя отличная зарплата или отличная пенсия, ты вложился в какие-нибудь акции, получаешь там, я не знаю, 2-3% годовых, и у тебя все отлично. Да, если ты, грубо говоря, живешь в Пакистане или в Бангладеше, да, ты зарабатываешь 50 баксов, да, для тебя, например, заработать $1000 в месяц на крипте, да, на каком-нибудь шитке, это может быть геймчейнджером, да, это может полностью изменить твою жизнь. Поэтому люди больше склонны к риску. Как раз в развивающихся странах, где еще, да, там, экономика, скажем так, ну, опять же, только развивается, да, и где там не очень высокие зарплаты, где не очень стабильная финансовая система, где большая инфляция, люди пытаются сохранить свои деньги, еще и желательно приумножить их. А что тогда в этой всей концепции делают Штаты? Потому что Штаты не подходят, они как бы где-то зависли между развивающимися странами и Норвегией, условным примером, что ли? Я бы сказал, что в Штатах большой институциональный капитал, да. То есть все-таки все венчурные фонды, да, в Америке, очень много проектов из Америки. В Штатах, ну, в целом, это один из драйверов инноваций в мире. Да, поэтому там и, как бы, соответственно, adoption достаточно большой. Друзья, если кто не заметил, то на протяжении всего подкаста с Глебом у нас стояли вот такие вот часики, и на них менялось время, и мы могли обратить внимание, когда мы писали, когда мы врезали разные части. Это, кстати, вот внимательные люди по-любому заметили. Кого заинтересовали такие штуки, то под этим видео есть ссылочка с промокодом Headliner, и получите 20% скидку на эти часики. Для меня как офигительно прикольный аксессуар. Так что, кому нравится, заходит, обязательно переходите. Ну, если взять такой, знаешь, кликбейтный вопрос, вот топ-5 стран, вот крипто, ты, вот, может быть, самых быстрорастущих стран по проникновению крипты. Слушай, ну я бы сказал, что самые крупные рынки в мире — это вот рынки развивающихся стран с большим населением, да, то есть это Турция, это Россия, это Бразилия, это Индия, это Вьетнам. А Корея и Япония, мне вот еще интересно, как два таких как бы отдельных вообще рынка стоящих. Смотри, Корея и Япония — это они достаточно большие рынки, особенно Корея, потому что в Корее жуткое количество лудоманов. Поэтому Корея в целом — это самый большой фьючерсный рынок в мире, да. То есть корейцы больше всего торгуют фьючами в крипте, чем кто-либо еще. Раз ты затронул тему фьючей, вот скажи вопрос, а на чем вообще в основном зарабатывают биржи? На комиссиях, на том, что они холдят там эти деньги? Просто, на мой взгляд, биржа получает огромное количество денег, да, которые люди им просто заводят, и дальше она может использовать все количество инструментов. То есть получается, что биржи супербогатые как бы игроки, они финансируют, не знаю, там, Формулу-1, они могут позволить, но, значит, откуда-то складывается доход. Причем с точки зрения управления деньгами, там же работают не дураки, там, словно с FTX образовалась дыра, окей, перерасходовали больше, чем как бы могли. Но начинаешь смотреть, я вот на потребителя уровне, да, я же не был как бы внутри. Например, я же понимаю, что комиссия за вывод там в троне, если там USDT возьмем популярный, 0%, если ты стейкаешь трон. Потом тебе занесли огромное количество, не знаю, кого-нибудь там дота, ты этот дот там условно разместил в стейкинг, он тебе там свои там проценты генерирует. Дальше, у тебя каждый человек делает транзакцию даже внутри биржи, то есть как бы не наружу. Там ты с его нес балансика, потихонечку списываешь комиссию. Вот, но что все-таки какой-то основной продукт, который все-таки для биржи является самым прибыльным? Фичи. На сегодняшний момент фьючи.
То есть глобальные биржи, да, зарабатывают с фичей. Но так было не всегда. То есть, если мы посмотрим еще 3-4 года назад, было абсолютно нормально зарабатывать на споте. Но что произошло дальше? На споте все стали депинговать по комиссиям, да, стали ставить ноль, и поэтому, да, основной заработок на фьючах. А, вот оно как, то есть поэтому конверт сейчас чаще всего на споте ноль, это перестало быть основным продуктом, и теперь фьючи. Да, и при этом, как бы, когда ты ставишь, там, например, на споте ноль, по большому счету ты просто вымываешь все спотовые биржи с рынка, потому что, ну, они не могут с тобой конкурировать. Поэтому конкуренция, да, то есть заработок перешел на фьючи. Ну вот. А все спотовые биржи, в принципе, умирают. Слушай, хорошо, ну а на фьючах, а вот кто против кого торгует-то на фьючах фактически? Эта тема супер актуальна для трейдеров. Я тебе говорю, есть вот мой аккаунт на бирже, условно говоря, есть твой аккаунт на бирже. Вот у нас там, я биткоин покупаю, ну, там, с плечом, ты биткоин продаешь с плечом. Кто-то нам еще эти деньги там фондирует, я так понимаю. Конечно, против кого мы играем? Против друг друга или против биржи? Слушай, ну все-таки крипта это тебе как бы не Форекс, да, где там тебе рисуют какие-то. Но по большому счету у тебя есть маркетмейкер. Другой вопрос, чьи это маркетмейкер? Потому что я знаю биржи, которые, например, на фьючах, у них только собственный маркетмейкер торгует, да, и других маркетмейкеров они просто не пускают. Что значит других? Это условно говоря, если кто-то листит монету на бирже, он хочет перетащить своего маркетмейкера, его туда не пускают, говорят, мы будем работать со своим? Ну, просто, да, ну, не дают возможность другим маркетмейкерам подключаться, да, там, на определенную пару, потому что там, например, стоит свой собственный маркетмейкер, да, который а все неэффективности кушает. Так, я не говорю конкретно, вот Binance, мне интересно, вот на чем в целом зарабатывает биржа на фьючах? Как она зарабатывает вот на фьючах? Она просто, неужели просто на комиссии с каждой сделки? Я знаю, что у некоторых бирж, например, стоит там собственный маркетмейкер. А что значит стоит собственный маркетмейкер? То есть я просто, вот как бы, ну стоит он, стоит, и что? Ну, и мне ни о чем просто не говорит. Собственная квант-команда. Что значит квант-команда? Ну, я правда не знаю. Который торгует. Ну, то есть, грубо говоря, смотри, у тебя на традиционном финансовом рынке, у тебя есть разделение маркетмейкинговой деятельности и биржевой. Ну, вот, и тебя нельзя смешивать, потому что иначе это конфликт интересов. Можешь пояснить биржевой деятельности и маркетмейкинг, что это значит? Да, маркетмейкер предоставляет ликвидность. Да, он просто дает возможность, чтобы стакан был наполнен. Да. Так. Да, но на фьючах у тебя что происходит, да? У тебя люди стоят с плечом, да. У тебя кто-то... Да, кто-то продает, кто-то покупает. Так. Ну, и вопрос, да, об кого закрывают, например, если ты сотым плечом поставил, и у тебя пошло в другую сторону, да, об кого это закрывается? Об кого закрывается? Ну, об своего маркетмейкера. Да, своего маркетмейкера. Ну, вот. Соответственно, он зарабатывает. У тебя получается, что заработок на этом. Слушай, а вот тогда вопрос с точки зрения плечей. Кто предоставляет ликвидность? То есть, условно говоря, вот там в случае с биржей. Есть биржа, есть мы как там ритейл-трейдеры, которые заходим, и нам говорят там 20-е плечо. Эти деньги реально 20-м плечом куда-то на биржу как-то, типа, они откуда-то занимаются, за них платятся? Или это просто, типа, рисуется, типа, ну, взяли 20-е плечо и взяли, пофигу. Слушай, ну... Я не могу на такие вопросы отвечать. Скажем так, на нормальных биржах это все нормально работает. Это я не могу здесь отвечать. Я понял, то есть это просто фондируется нормально. Да, ну как бы... Окей. Есть, естественно, знаешь, там всякие там CFD-шки и прочая история, где это, ну, тебе просто нарисуется что угодно. И поэтому, собственно, если посмотреть на графики, да, там, фьючерсов, там, на многих биржах ты можешь увидеть огромные, да, сопли, вот, то взлетает курс, то падает, да, свечи просто, ну, как бы выносят то шортистов, то лонгистов. В общем, резюмируя, биржи зарабатывают на фьючах, без деталей. А слушай, с точки зрения данных, на самом деле, все же такая штука, мне кажется, супер актуальная. Биржи, получается, являются хранителем огромного количества данных, там, KYC, все это AML, все это проверяется, собирается, паспорта, подтверждения, прочее, и... Я, честно, просто не следил, но то, как бы в Штатах по-любому все это взаимодействует, условно говоря, там, по безопасности, в каких-то регионах, там, вроде в России даже проскакивали. Если ты, наверное, открыл аккаунт на бирже, ты там все верифицировал, в Штатах ты уже в налоговой напрямую, а в других регионах ты как? Опять же, зависит от лицензии. Ну, то есть, если ты пришел на какой-то рынок, получил лицензию, то, по большому счету, регулятор может запрашивать большое количество информации. Да. Ну, вот, да, если ты нелицензированный игрок, то обычно все сводится к тому, что правоохранительные органы по какому-то конкретному делу могут отправлять запрос и получить данные, ну, то есть по конкретному юзеру. И для этого должно быть основание. Нельзя просто написать, пришлите мне данные Пети Иванова. Там, надо обосновать официальный ордер со всеми там печатями, подписями и так далее. Ну вот, и, соответственно, биржа должна удостовериться, потому что, ну, как бы может задать дополнительный вопрос. А что случилось с Binance в России в итоге-то? Почему ушли с рынка? Или ушли, не ушли, я так и не понял.
Ну, Binance по факту, да, уходит с рынка России. А ну, уходит, это может 3 года уходить. Ну, в принципе, да, Binance... Просто по-честному, кого не спроси, у меня у многих работают аккаунты на Binance так же, как работали. Да, но, как мы видим, вводят все больше и больше ограничений, то есть на P2P не будет рубля уже вот в январе. Ну, я думаю, что это все равно в итоге придет к тому, что Binance рано или поздно уйдет. Такая ситуация из-за всех регуляторных проблем в США. Ну, да. Ну, то есть, условно говоря, что... решили потерять, закрыть официальный рынок России, для того, чтобы не терять остальные рынки и не испытывать дополнительное давление со стороны США, я так понимаю. Ну, в целом, да. Слушай, а как вот это произошло? Вот я просто помню, что вы тут выступали, то ли Umbrella Meetup, ну, короче, был какой-то ивент, а на следующий день вдруг бац, и типа все. Условно все без работы. Вы понятно, что это раньше знали, потом это все дело объявили, что вышли. То есть это как вот вы что, в один день типа все русские уходят из Binance, я не знаю, как это... Слушай, ну, конечно, это так не работает. Ну, то есть, там, учитывая, что у меня было огромное количество рынков, да, я не могу просто взять такой и ушел на следующий день. То есть, это месяца, как бы. Да, там, естественно, там, например, мой уход, мы там обсуждали CZ достаточно долго и там протяжении там, нескольких месяцев. Ну и в целом, там, команде мы говорили, что, скорее всего, Binance будет постепенно выходить из России, да, и ну, там будут сокращения. Ну, это... Ну, понятно. А как на биржах вообще сказалась сейчас медвежка? То есть, когда как бы идет бычка, все несут деньги на биржу, все растет, там все типа оп-оп-оп-оп-оп, нанимаются люди. С точки зрения компании, насколько биржи в своей структуре выручки, не знаю, чувствуют медвежку или там... Ну, понятно, что чувствуют, знаешь, или там новых денег меньше, не знаю, ну вот сокращение происходит. Вот как отличается управление биржей? Вот давай так, в медвежий цикл, ты же все-таки был с 18-19 год, там, и вот в пик в 20-21. Какие ключевые отличия? Ну, вне зависимости от продукта, да, все равно биржи в первую очередь зарабатывают на комиссиях. Да. Да, поэтому для биржи, в принципе, без разницы, это медвежка или, ну, все растет или падает. Да. Для биржи важно, чтобы люди торговали, ну, чтобы они делали сделки. И проблема с медвежкой то, что просто никто не торгует. А, вот он. Ну, да, то есть, ну, как бы все торгуют, да, когда идет какая-то сильная волатильность. Да, волатильность проявляется примерно там 20% времени, да, то есть у тебя на рынке всего лишь там 20% времени, когда у тебя волатильность. Остальное время, да, у тебя какой-то боковик идет. Ну, вот, поэтому, по большому счету, да, вот биржа зарабатывает как раз вот такие моменты, как сейчас, когда раз все выросло, потом, не знаю, раз все упало, потом раз снова выросло, раз снова упало. Вот это самое отличное время для заработка. Потому что люди как раз, да, они там стремятся либо, не знаю, шортануть, либо лонговать, им нужно это сделать срочно, да, они там с плечами совсем. Есть такая метрика, что все биржи охотятся за новыми пользователями. Было ли вот это замедление прироста новых пользователей? То есть в какой-то момент, когда вы выросли, на 50% рынка забрали? Или потом просто пошла стратегия на открытие новых регионов, и новые регионы генерировали новых юзеров? Ты же просто из маркетинга, это же суперинтересно. Да-да-да, я бы сказал, что запуск новых продуктов приводил к появлению новых юзеров. Ну, то есть, например, когда Binance запустил... NFT какие-нибудь. Фьючерсы, да. То есть они же не сразу были. Вот они появились только спустя пару лет после запуска Binance. Потом фиат, потом P2P. Фиат. Ну, фиатные каналы. А, так. Ну вот. Изначально Binance был вообще крипто-криптобиржей, да, не было никаких фиатных каналов, никакого P2P. Да, то есть потом появился фиат, P2P. Все вот этот запуск новых продуктов давал большой прирост юзеров. Слушай, а вы когда-то использовали этот аффилиат-маркетинг, с которым, по сути, Bybit залетел на рынок? Я просто, может быть, еще был слишком молодой и зеленый в крипте, но как бы если про Bybit говорил на YouTube, условно говоря, каждый, то про Binance я такой эпохи просто не помню. Или это было просто раньше? Слушай, это было просто раньше. Мы вот запускали там свою аффилиатную программу на СНГ, тоже активно работали со всеми инфлюенсерами. Просто потом типа, пришел Bybit, который стал давать больше ребейты, больше бонусов. Поэтому, в принципе, они просто скопировали, там, не знаю, аффилиатку Binance. Не было там чего-то инновационного. Ну и дальше, скорее всего, тоже это будет перетекать из одного продукта в другой. Слушай, хочу затронуть тему Binance Labs. Ты вообще имел отношение как-то к этому продукту? Ну, или это вообще отдельная структура, которая не имеет отношения к бирже? Labs — это отдельное такое подразделение, да, которое занимается конкретно инвестициями. То есть с Labs мы, ну, скажем так, взаимодействовали плотно, когда нам нужно было осуществить какую-нибудь сделку там, по покупке компании в какой-нибудь стране. Ну, вот, да, вот, например, в Японии мы купили местную биржу Sakura Exchange. Вот, собственно, лапсы нам помогали в том, чтобы провести, ну, сделать это. Я так понимаю, чаще всего биржи локальные покупались ради юзербейс и лицензии. Да, я бы даже сказал, в первую очередь ради лицензии, потому что у Binance есть юзербейс, как бы, и получить юзеров не такая проблема. А вот получить лицензию бывает
сложно. Ну и не могу тебя не спросить про скамуху. По-любому у вас, короче, скамили, причем, скорее всего, если на моем уровне там скамят просто жестко. У вас что только могли не придумывать вообще. Расскажи вот какую-нибудь историю, как скамят на уровне Binance. Наверняка какие-нибудь листинги были, еще что-нибудь. Не удивлюсь, если дипфейки. Ну вот что было вообще? Да, на самом деле есть там 3 классные истории, связанные со скамом. Первая как раз... Топ-3 истории про скам от топ-менеджера Binance. Кликбейт. Первая как раз про дипфейки, да. Короче, мошенники взяли, записали видео звонка с одним из топ-менеджеров Binance. На тот момент это был Тед Лин. Потом они взяли, созванивались с другими проектами, запускали... От имени Binance. Да-да-да. Запускали видео Теда, да, который разговаривает. Но просто они накладывали сверху его... не его речь, да, а свою речь. И поэтому тебе казалось, что ты разговариваешь с топ-менеджером Binance, да, в Zoom разговариваешь. Но на самом деле ты разговаривал с мошенником. А видео было, да... Я просто думаю, как это так материал сделать, то есть серии... Типа так, ну хорошо, сейчас про условия листинга расскажет Глеб. И запускается типа видос? Ну ты созваниваешься, такой подключаешься к звонку, там такой уже, короче, сидит такой Тед. Говорит, ну что, давайте с вами обсудим листинг. Ну ты говоришь, окей, сколько будет стоить? Тебе говорят, 100 битков. Вот я вам сейчас пришлю кошелечек, ну вот отправляйте туда денежки. И вот я знаю, да, ребят, кто отправил 100 битков, они приходят ко мне и говорят, слушай, Глеб, мы созванивались с Тедом, он нам озвучил цену 100 битков, мы ему отправили, а листинга на Binance нет. Что за фигня? Я говорю, в смысле с Тедом? Пишу Теду, говорю, Тед, ты с ними общался? Говорит, нет. Говорит, ну как не общался? Ну вот смотри, есть скриншот. Присылают мне скриншот, а там реально Тед. Я Теду отправляю, и он такой, слушай, это очень странно, говорит, но я такие очки носил 2 года назад. Вот. Ну и мы поняли то, что да, просто 2 года назад они, мошенники, созванивались с Тедом, записали разговор, вырезали речь нафиг, и с помощью, да, там, дипфейка, AI, короче, накладывали. А что стало с проектом и 100 битками? Слушай, я думаю, что, ну, насколько я знаю, ребят, у них не получилось вернуть. Ну, я надеюсь, что это потом получилось. Из-за листа тоже не получилось, да? Тоже не получилось. Понятно. Ну, вот. Слушай, ну а еще что было интересно? Да, потом, собственно, вторая история. Один из бывших там министров или замминистров одной из стран СНГ, значит, написал мне в Фейсбуке о том, что он хочет обсудить какое-то дело. А я говорю, да, конечно, давайте обсудим. Вот мой телеграм. Напишите, пожалуйста, мне в телегу. Мы с вами договоримся, созвонимся, пообщаемся. Проходит время, неделя, 2-3. От него ни ответа, ни привета. Я уже забыл, честно говоря. Как-то случайно чисто про него вспомнил. Пишу ему в Facebook, говорю, слушайте, а ну, вам уже не актуально, да, пообщаться? В смысле не актуально? Я тебе вчера, говорит, 10 эфиров перевел за франшизу в нашей стране. Я говорю, какую франшизу? Говорю, Binance, Binance? Да. Я говорю, мы не Макдональдс, у нас нет франшизы. Ну вот, мы открываем полноценное представительство, невозможно купить франшизу Binance. Он такой, да, говорит? Не, говорит, слушай, короче, говорит, сейчас... Я привлеку спецслужбы, мы сейчас будем с тобой разбираться, за что тут мои 10 эфиров взял. Вот. Ну и потом я встречался там с ним в Москве. Ну вот. Он долгое время не верил, что я не брал 10 эфиров. Ну, вот. Ну и он присылал мне, значит, там скриншоты о том, что он общался с мошенниками, они ему действительно продали от моего якобы лица франшизу. Ну а кейс заключался в том, что он просто вбил мой никнейм в телеге, выскочил первым никнейм, который был фейковый, да, там была дополнительная буковка. Вот, и, собственно, вот он с мошенниками пообщался, вот, и потом перевел им деньги, ну вот. Я удивлен. Да, ну и третий кейс, конечно, тоже трэшовый. Один из моих одноклассников, с кем мы, знаешь, сидели за одной партой, он занимался трейдингом, значит, привлекал средства людей, и потом, как я выяснил, он их привлекал под то, что я якобы сливаю ему инсайды о листингах. И таким образом скоманул там на несколько миллионов. Твой одноклассник, да, использовал твою позицию в Binance. Да-да-да, чтобы скамить людей. Блин, ну это жестко. Это жестко. Так что присмотрись к своим одноклассникам. Это одноклассник был, прости меня, двоечник или отличник? Мне кажется, он хорошо учился. Но, кажется, не на то выучился. Жестко, да. Личный вопрос. Сам ты вообще что делаешь в крипте? Холдишь, покупаешь, трейдишь на фьючах?
Ну, знаешь, есть такое-то... Я придерживаюсь базового правила, да, я никогда не торгую на заемные средства. Так. Я, конечно, иногда его нарушаю. Так. Ну вот, но с высоким плечом я никогда не торгую. Ну, в целом, надо понимать, что во время работы в Binance было запрещено торговать. Ты не имеешь права торговать. Даже на Binance или на любой бирже? На любой бирже. И если узнают, моментально увольняют. Я знаю, это много типа людей, кого уволили. Все 7 тысяч человек, все вот условно. Да, никто 70, не имеет 7, 7 тысяч человек, 7 тысяч, да. Вообще. Да. Ты, смотри, ты можешь купить, например, биткоин. И держать. Можешь, и держать, да. Но ты не можешь его продать там в течение там, 3 месяца. То есть ты не можешь заниматься трейдингом. Ну, как бы сидим всегда говорим. На дексах шалили? Кто-то, наверное, да, я нет. Потому что, знаешь, типа риск-реворд. То есть CZ прям всем говорил, что, ребят, если типа вы хотите трейдить, да, это замечательно, мы будем рады вас приветствовать в виде трейдеров на Binance, но, пожалуйста, да, тогда не надо работать в компании. Да, то есть вы выбираете, вы либо ну, посвящаете да, свое время... Я понимаю, о чем это. На работе, либо вы идете трейдить. Знаешь, как это, как Тони Аль Капоне, а кто же говорил-то? Короче, кокаиновый барон в этом, в Латинской Америке, я забыл. Короче, главное в нашем деле не подсаживаться на свой продукт. Вот он говорил про кокаин. Да-да-да. Ну вот, торговля с плечом вообще была запрещена. Вот, и был, короче, лютый вообще кейс, когда парень, по-моему, ну, из одного из департаментов, по-моему, майнингового, значит, отправлял запрос на то, чтобы ему возместили расходы, да, эти расходы были фейковые, он, значит, эти деньги брал и сливал. Сотым плечом сливал на хобби. Когда все узнали об этом, все, конечно, офигели. Слушай, ты сказал, майнинговое направление, Binance имеет отношение к майнингу в том числе. Да, у Binance есть там Binance Pool. То есть ты можешь подсоединиться к Binance Pool и получать свои намайненные битки к себе на аккаунт на Binance. Это прям продукт на платформе Binance? Да-да-да. У вас просто на самом деле есть мобильное приложение, ну это уже не Binance. Вот эта штучка, ты плем, наверное, знаешь, которая сверху шторку открываешь, и там открываются новые продукты. Портал в ад. Это было специально спрятанное от Apple, для того, чтобы пройти какие-то модерации, делать какие-то функции, или это было просто надо было куда-то разместить функции? Потому что там всякие NFT marketplace, да, что-то не было. Мне кажется, это все пошло, знаешь, на самом деле из китайских приложений. То есть там вот есть такая функция. То есть, нам непривычно, потому что обычно такого нет в интерфейсах российских приложений. А у китайцев это популярно. Поэтому, если ты посмотришь, потом, в принципе, у всех остальных бирж то же самое. Да. Ну вот, поэтому... Появился портал ВАД. Да-да-да. Ну вот. Да, в Binance в какой-то момент, мне кажется, стало огромное количество приложений, все уже огромное количество продуктов, и все уже начали путаться вообще в том, что происходит. А Trust Wallet — это продукт Binance? Ну, не совсем. Изначально это... Как бы этот стартап запустил, да, Витя Радченко, из Украины, вот, и Binance просто купил полностью компанию, ну и Витя еще долго работал. Потом и все, Binance. И фактически это не идеальный кошелек, как бы, который... Ну, как бы он функционирует, да, там, отдельно от Binance, то есть там своя команда, ну вот. И меня просто не удивляет, что можно сделать депозит напрямую с биржи и по сети BNB его туда аккуратненько закинуть, то есть вроде как бы и не кастодиально, а вроде как, типа, бесшовная интеграция такая, знаешь, прикольно получается. Слушай, но... Тебе ничего не мешает сделать бесшовную интеграцию, но по-прежнему средства ты держишь сам. Расскажи какую-нибудь историю позитивную вот с точки зрения такого бизнес-кейса, мы с тобой говорили про провал, про Филиппины, а вот с точки зрения успеха, успешной истории в Binance, потому что вы по-любому встречались, не знаю, там, с президентами разных стран, с премьерами, то есть у вас такое влияние все-таки, когда как бы типа крупнейших криптобирж, мне кажется, там, ну не то, что дверь с ноги открываешь, но как бы... Слушай, ну действительно был вот этот период хороший... 2021-2022 год, когда еще не было всех этих регуляторных проблем, и мы могли спокойно путешествовать по миру, да, встречаться с президентами, с премьерами. Ну и классный кейс, например, с Казахстаном был. Я привез CZ в Казахстан, мы встретились с президентом, с Токаевым. Я нанял генерал-менеджером бывшего замминистра по цифровизации Казахстана, да, Жаслана. Он теперь у нас отвечает за Казахстан. Ну, по-любому, друг Токаева был. Отвечает за Казахстан. Ну вот, после этого мы, собственно, подались на лицензию, получили лицензию, запустили локальную платформу, да, для Казахстана. Ну, то есть, я бы сказал, что это такой
идеальный кейс, да, как вот с самого начала мы выстроили взаимоотношения, да, там, с правительством, да, с президентом, и как этот кейс успешно реализовался. Слушай, а когда Binance получает лицензию, регистрирует локальную компанию, он становится в том числе налоговым резидентом, он в этой же стране платит налоги доходов с этих пользователей, и, соответственно, это является бюджетно наполняющим. Слушай, а вот так много времени провел все-таки CZ, куча лет, что он за человек? Мне больше всего нравилось в CZ, что он абсолютно не высокомерный. Я достаточно часто видел, например, как в России, да, там, олигархи, люди с большими деньгами, да, там, обращаются со своими, там, сотрудниками, да, персоналом. Вот, когда я здесь бог и король, а там, вы непонятно что. А у CZ никогда такого не было, да, он всегда как бы, с большим уважением относился к своей команде, и я никогда даже не слышу, чтобы он там, знаешь, на кого-то орал, там, не знаю, валя матом, да, посылал, говорил, вообще пошел там, там нафиг отсюда, да, никогда, да, то есть он всегда был очень спокойным, всегда, ну, то есть, понятно, что он, как и любой человек, мог злиться, да, и ты это чувствуешь. Но чтобы он кого-то оскорблял, да, там, не знаю, там, посылал нафиг, еще что-то, никогда такого не было. И он всегда был достаточно открытым в общении, да, он всегда любил встречаться, когда приезжал куда-то там с ангелами, с сотрудниками, да, он спокойно как бы был, знаешь, у него не было никогда никаких понтов, что ему там нужно, не знаю, ламбы или еще что-то. Он спокойно мог пойти там, не знаю, в Вьетнаме мы там ходили там в забегаловку, да, там, самый обычный, просто там, типа, поесть лапши, да, то есть, ну, как бы для него это было нормально, то есть он спокойно ходил, знаешь, там, в спортивных штанах, в футболке, в кроссовках, ему не нужно было там... Ну, это американский майндсет, я понимаю, да. Да, и на самом деле, то есть это, ну, действительно сильно, ну, позитивно отражалось, как бы, на компании, на подходе. Любой сотрудник мог спокойно взять и написать сообщение личной CZ, и он спокойно отвечал. Слушай, а вот классно, ну, как бы объяснил о том, какой человек CZ, а вот можешь привести какие-нибудь примеры, как вы, например, принимали решения или согласовывали их? Ну, то есть, не знаю, это было там да, нет, или вы там что-то обсуждали, вот чуть больше таких как бы деталей. Да, CZ всегда был настроен на результат, да, то есть Binance всегда давал очень много свободы в том плане, что ты можешь делать, но ты всегда нес финальную ответственность как бы за результат. И все вокруг, на самом деле, этого строилось. Мои звонки с CZ, они всегда занимали обычно там 2-3 минуты. Да ладно. Да, то есть я буквально говорил, окей, вот там есть какая-то проблема, мы делаем это или это, ну, там, это, ну вот, окей, следующий вопрос, да, то есть всегда без воды, обычно он не любил, не любит все эти истории, как дела, какая сегодня погода, да, давай, типа, конкретно к делу. Сразу коротко к делу. Да, да, и это тоже проявлялось в том, что, по большому счету, все презентации были запрещены, CZ всегда любил, чтобы информация была изложена в самом простом Google Доке. По сути. Да, по сути, с буллет-поинтами, вот, и чтобы, да, не тратить лишнее время. Слушай, а с точки зрения обратной связи, например, то есть, ну, вот, знаешь, или как Илона Маску, или как Джобсу, соответственно, репортить в мире крипты, все-таки, наверное, CZ — это такая какая-то фигура. Как вообще принимались, вот, как обратная связь поступала на те или иные вопросы или задачи? CZ сам это часто признавал, да, что он не любит, там, перехваливать людей, да, поэтому он обычно, я бы сказал, ну, не то что скупо, но достаточно кратко давал фидбэк, там, это плохо, это хорошо, там, это ок, это не ок. Я бы сказал, что прям такой большой обратной связи, да, не было, потому что, ну, просто банально у всех времени мало, да, и нужно было очень быстро, да, изложить там какую-то суть проблемы и быстро принять решение. То есть все это было про принятие решения. Уже, если тебе отвечают «ок», это как понять? Это типа нормально или так сойдет? Как ты это понимал? Ну вот я тоже спрашивал несколько раз CZ, говорю, когда ты не отвечаешь «ок», это типа «да, все классно, зашибись» или типа, ну ладно, так сойдет. Ну, в его понимании ок, это все нормально, нет каких-то больших проблем. Ну вот, двигаемся дальше. А можешь какой-то пример решения, которое именно требовало эпрувы CC? Потому что, по идее, тебе же так же приходили, и ты так же все эпрувил. Ты же далеко не все с ним согласовывал, скорее всего, какие-то ключевые задачи. Вот где была та грань задач, которые нужно было согласовывать с CC, как с SEO, видимо, и фаундером? На самом деле, CC всегда был достаточно глубоко погружен в операционку, да, и вообще во все происходящее в Binance. Да, в моем случае, там, эпрувы касались в основном, там, выхода на новые рынки. Например, окей, там, выходим мы на Филиппины или нет? Там, если выходим, то вот покупаем и эту компанию или эту, да, то есть мы говорим, окей, есть вот вариант купить, не знаю, за 10 миллионов, есть вариант купить за 5, но там будут какие-то там свои особенности. Нормально так, за 10 миллионов или за 5. Ок. Да, обычно такой, вот это там, первый вариант, ну вот, то есть. Слушай, а мне интересно с точки зрения вот именно
топ-менеджмента. Я просто честно, я как бы еще не дошел до этих, вот до такого уровня, когда так решается вопрос, но получается, что вы CZ всегда предоставляли условно на выбор там 1, 2, 3 варианта, да? То есть никогда не спрашивали мнение, а именно, ну вот знаешь, вот ты говоришь, типа одно или другое. То есть насколько это круто, то есть типа вот смотри, мы продумали, мы есть один вариант, есть второй, а было такое, что типа нет варианта, только один вариант. В целом CZ и, да, на уровне топ-менеджмента работает только так. Нет, смотри, мы старались не принимать решения, исходя из давления. Потому что, когда на тебя что-то сильно давит, да, и тебе надо принять решение прямо сейчас, велика вероятность, что ты совершишь какую-то ошибку. Поэтому всегда, когда, даже когда вот было такое давление, так срочно нужно вот решить, вот либо так, либо никак, да, мы всегда старались как-то, давайте успокоимся, сделаем шаг назад и еще раз посмотрим на то, какие варианты у нас есть. Да, это, наверное, то, чему я, кстати, научился, да, у CZ никогда не принимать поспешных решений, да, всегда лучше, да, немножко затормозиться, отступить, еще раз обдумать и потом делать шаг. Слушай, а с точки зрения давления, вот там же, не оказывали на вас какое-то стороннее давление, может быть, какие-нибудь, знаешь, какой-нибудь пример, как деньги кому-нибудь заблокировали или еще что-нибудь, ну, то есть давление не внутри компании, не знаю, там, ты в какой-нибудь стране, не знаю, там, в Нигерии заблокировали чиновнику какому-нибудь деньги, а он говорит, так, ну-ка, разблокируйте, а то я сейчас, типа, выкину. Были такие случаи? Да, конечно, такие кейсы были и в России, потому что для, например, для там российских чиновников, да, для них есть ты, представитель в конкретной стране, они приходят к тебе и говорят, слушай, Глеб, вот у нас там заблокировало там несколько миллионов долларов, надо что-то порешать. И как бы, да, и перед ними сидишь ты, да, не кто, либо там еще из там топ-менеджера, а конкретно ты и конкретно вопросы к тебе. И понимаешь, что я сейчас паяльником к тебе приду? Ну, ты делаешь все, чтобы этого не произошло, да. И ты говоришь, так, мы сейчас разберемся и выясним, в чем проблема. Слушай, скажи мне, а вот с точки зрения компании Binance, мне всегда интересно было дойти до уровня, как в фильме Uber, ты говорил, пример приводил. Как помнишь, я забыл, как звали фаундера Uber, он в какой-то момент нанял частный самолет для того, чтобы просто перемещаться быстрее из одной точки в другую, чтобы не ждать этот бизнес-класс. Вот у Binance, может, 1-2 у них, у вас есть самолет частный? Скажем так, я не знаю, там на компанию или нет, но там это известный факт, что да, на каком-то этапе сети тоже летал на джетах. А ты летал с ним на джетах? Слушай, были забавные кейсы с тем, что когда там, например, этот джет в аренде, он зафрахтован в европейской компании. Да ладно. Да, тебя не могут по санкциям посадить на джет. Подожди, это как? Ну, то есть... Подожди, ты билет же можешь купить на любую сейчас европейскую компанию, как русский, или не можешь? Ты не можешь. Ты не можешь. Подожди, то есть если я сейчас возьму какую-нибудь Люфганзу, я не могу купить на Люфганзу даже билет? Нет, смотри, если этот джет зафрахтован европейской компанией, ты не можешь на него сесть. Ты можешь купить билет первым классом, ты можешь купить билет бизнес-классом, но ты не можешь сесть на джет. Это, конечно, абсурд. У богатых свои, короче, заморочки, я понял. Слушай, крутень. Ну и я бы дополнил, что у CZ был очень классный майндсет, который связан с юзерами. Ну да, то есть он всегда говорил так, окей. Ну, то есть он всегда думал про юзеров, да, то есть когда кто-нибудь прибегал там из комплаенса и говорил, что вот там нужно там, давайте это отключим, да, он всегда говорил, как это скажется на наших юзерах, да, то есть если мы там запускаем какой-то продукт, насколько он удобен юзерам, то есть у него, ну, все крутилось вокруг пользователей. А вот расскажи что-нибудь про пользователей, про продукт, вот, может быть, какой-то продукт, который ты запускал в рамках Binance, ну, то есть понятно, что там другими руками, другой продуктовой командой, или у тебя маркетинг был все-таки? Ну, слушай, мы запускали как продукт, да, это вот отдельные локальные платформы, да, то есть, например, Binance Казахстан, там Binance, там Австралия мы развивали, да, там Binance Япония. Но это в основном локальные площадки, да, то есть это как не то, что отдельный бизнес-юнит. А что вообще в Австралии происходит с криптой? В Австралии на самом деле с криптой все неплохо с точки зрения того, что там есть и определенный институциональный капитал, и есть юзеры. То есть на самом деле кажется, что типа что там, кто там в Австралии торгует. Да не, ну она... Не, Австралия достаточно большой и неплохой рынок. Но вот. Другое дело, что там есть регулирование самих платформ, да, оно под одним регулятором. То есть там есть реестр, в который ты должен вступить. А все, что касается деривативной истории, это под другим регулятором, под ASIC-ом. И ASIC очень негативно вообще настроен к криптоиндустрии. И вы вынуждены кастомизировать платформу под разные регионы в том числе. Да, потому что в каждом регионе у каждого регулятора есть свои требования к продуктам. Например, в Азии практически, я бы сказал, в большинстве стран, Филиппины, Малайзия, Таиланд, Япония, ты не имеешь права предоставлять плечо. Вот, и в Австралии, кстати, тоже. Чтобы предоставлять плечо, ты должен получать специальную лицензию.
В Австралии, даже если ты получил лицензию, максимальный причёл, который ты можешь дать ритейлу, 2 икса. Да, ну, 2-3 икса. А, да, и, ну, как бы институционалам ты можешь давать там до 100. Ну, вот, но ритейлу там, да, 2-3 икса максимум. А большие дяди тоже торгуют с большим плечом? Слушай, большие дяди обычно торгуют там с плечом до 5-го. Да, до 5-го, да. Чё с Binance сегодня вообще? Чё такое Binance сегодня? Как он видоизменился вот за последнее там время? Ну, надо понимать, что теперь, да, Binance — это Binance без CZ. Что значит Binance без CZ? Ну, все мы слышали, что Binance заключил, ну, в процессе заключения сделки с регуляторами в США, то есть выплатит огромный штраф 4 миллиарда. CZ грозит до 18 месяцев тюрьмы. Дадут ли ему эти 18 месяцев или нет, мы узнаем в феврале. Но до этого момента ему запретили покидать Штаты, да, потому что он хотел вернуться сюда, в Эмираты. Ну вот, ну, будет вынужден ждать там. И самое худшее, что теперь есть мониторинг, так называемый. Что такое мониторинг? Мониторинг — это означает, что Binance за свой счет должен будет нанять консультантов, которые будут проверять все комплайенс-политики и так далее, и отчитываться американскому правительству. Ну, понятно. Как... Да, по большому счету, теперь как бы у американцев есть доступ к историческим, нынешним и будущим данным. Что, конечно, наверное, ну, кого-то напугает. Кто такой Ричард? Ричард, собственно, новый CEO Binance. В свое время он руководил, ну, то есть он вообще отвечал изначально за Сингапур, потому что там хотели отдельную площадку сделать. Потом он стал главой Мена. Вот я как раз руководил вот Восточной Европой, СНГ и Азией. А он Мена, арабы. Да, Ричард Мены. Ну, потом его продвинули на главу по всем рынкам, и потом поставили в итоге CEO. Он понятное лицо для регуляторов. Он работал в сингапурском регуляторе там долгие годы, он работал здесь в регуляторе Абу-Даби долгие годы, да, ему 53 года, ну вот поэтому он знает всех там регуляторов, он, ну, говорит с ними на одном языке. Традиционный финанс, понятно. То есть он, я бы сказал, такой традиционный чиновник. Ну вот, поэтому для того, чтобы общаться с регуляторами, он отличное лицо. Ну, наверное, вопрос в том, насколько Binance под его руководством сможет драйвить инновации, новые продукты. С другой стороны, наверное, Binance сейчас немного не до инноваций, а надо решить свои регуляторные проблемы. Он отличный кандидат. А насколько CZ драйвил инновации и новые продукты? Или это все-таки занимался Binance Labs и какая-то выделенная команда? Смотри, вот CZ как раз, я говорю, что вот он всегда думал про юзеров, про продукты, да, то есть он все-таки всегда был в большей степени, да, предпринимателем. Он не очень любил вот эти все... Бюрократические. Там бюрократию, да, и вот все с этим связанное. Вот, и поэтому как бы фокус всегда Binance был, да, на новые продукты, на то, что новые рынки, что мы делаем еще, как мы растим. Как бы у Ричарда немного другой майндсет. Слушай, ну мы с тобой понимаем, что если произошла публичная порка Binance, объективно как бы, причем с заменой руководства и со всей этой историей, то это как бы сигнал, получается, всем остальным, и я так понимаю, что это нас ждет при определенном дорастании до определенного уровня биржи, это как бы ждет любого игрока на рынке. Да, по большому счету, Штаты зачищают весь рынок под свои компании, вот, ну еще и под свои банки. Уже есть новости о том, что Bybit, в отношении Bybit ведут расследование, ну вот, поэтому я думаю, что это тоже вопрос времени. Все биржи, которые, ну, скажем, все крупные биржи, которые обслуживают россиян, я думаю, всем прилетит. Именно ты думаешь, это связано с россиянами? Мне кажется, очень не связано. Нет, смотри, есть несколько, да, там, частей этого, да, есть Россия тоже. Это важный... Стратегический игрок на мировой арене, так понимаю, это же геополитика. Я бы сказал, что, ну, это важная часть, поскольку Штаты прекрасно знают, что россияне, ну, как бы, обходят там, не могу сказать, что они прям обходят, да, там, санкции, ну, просто используют крипту там в своих расчетах и так далее, да, то есть и Россия там занимает порядка там 20% от глобального рынка криптовалют. Прости меня, Турция сколько? Слушай, ну, опять же, Турция тоже большая, ну, вот, и Турция, на самом деле, я бы сказал, что она, мне кажется, сравнима с Россией. Подожди, 20-20, и что еще тогда, 60% кому остается? Еще 20 штаты? Ну, давай так, я бы, наверное, сказал, что 20, хотя есть такие оценки, что до 20% на Россию приходится, но в целом я бы там, знаешь, поделил бы, мне кажется, ну, очень, да, примерно, и опять же, это не основываясь ни на Binance, да, ни на каких данных Binance. То есть мне кажется, что это примерно а-ля там Россия 10, Турция 10, там Штаты 10, там Индия там тоже типа там, не знаю, процентов 8-10, Китай процентов 10-15, вот у тебя... В принципе, уже половина. Больше половины. Понятно. Слушай, а вот я, кстати, хотел спросить, а Binance сам по себе в Китае вообще представлен? Или китайская компания, которая работала всегда на внешний рынок? Скажем так, у
CZ у Binance все-таки, да, несмотря на то, что они там, изначально, да, CZ там этнические китайцы, и большая часть команды из Китая, да, они как бы переехали из Китая как раз вначале в Японию, потом из Японии в другие страны. Ну вот, да, то есть многие компании, да, там типа а-ля там, ну, другие биржи, да, не будем называть имена, там, продолжают в основном сидеть и продолжали всегда сидеть в Китае, да, но Binance как раз этим и выделялся, то, что делал большую ставку на другие регионы, вот, не, ну, как бы не делал ставку на китайский рынок, хотя, конечно, огромное количество сотрудников было, да и, я думаю, остается из Китая. Слушай, ты видишь рынок целиком, и если общаешься, ну, там, с людьми, кто не видит рынок, все говорят там про Dexы, что Dexы типа новый, там, не знаю, это новая, не то, что новая фича, это вот, типа следующий тренд, все будут меняться на Dexах, большие игроки меняют на Dexах. Вот вы когда-то вообще в Binance испытывали хоть какое-то давление или конкуренцию со стороны Dexов? Или типа это вот такая там шелупень 10% рынка? CZ никогда не воспринимал это как конкурента. То есть у него всегда был подход, так, окей, что сейчас работает? Работают Dexы, давайте запилим Dex. Да, работает еще что-то, давайте это запилим. У Binance есть свой DEX? У Binance был свой DEX, но он просто был, ну, это был ордербучный DEX, да. Он просто не пользовался популярностью, поэтому я даже не знаю, до сих пор он доступен или нет, но просто его никто не использует. Да, есть там на BNB Chain Pancake, да, Pancake — это достаточно успешная история. Ну вот, поэтому мы с CZ тоже обсуждали, не думает ли он, что там DEXы смогут быть больше DEXов. Он считает то, что в перспективе, да, там, лет, конечно, дексы будут расти. И он считает, что там время дексов придет не вот в нынешний булран, да, но, скорее всего, в следующий. Он верит в перспективу DeFi, в перспективу дексов. Вот. Просто, понимаешь, проблема, я бы даже сказал, не в самой индустрии, не в том, что мало дексов, да, мало команд, кто это делает. В юзер-интерфейсе. Да, юзеры, к сожалению, они говорят одно, а делают другое. То есть все говорят о том, что нам нужна децентрализация, мы задолбались. А по факту авторизация по СМС? Да, по факту всем нужно два клика, да, там логин, пароль. И на самом деле в этом была изначальная идея CZ, да, в том, что любой человек мог трейдить а-ля в два клика, да, там зарегистрироваться на бирже и начать тут же торговать. То есть вот, вот то, что нужно пользователю. На самом деле, как бы, многим это кажется странным, но люди забывают пароли, да, люди пишут в поддержку, они говорят, мы забыли пароль, там, мы не можем там что-то там вспомнить его. То есть люди уже на этом шаге, да, им как бы, ну не то, что они отваливаются, они, да, все-таки там проходят регистрацию, но имеется в виду, что любое усложнение процесса регистрации, оно колоссально влияет на конверсию. Я, кстати, с точки зрения бизнеса, Binance сделал гениальную вещь, которую потом до сих пор еще почти никто не скопировал. Когда был булран 21-22 год, я активно пользовался, и у вас все верификация выводов с биржи и там каких транзакций была по СМС и по e-mail. И я представляю, какое количество денег Binance тратил на СМСки. Да. А потом это заменили на паски. И самое главное, эти смски часто не ходили, особенно разные номера, они там, или тебе пройдет звонок, этот звонок нужно тебе там на английском, русском говорят. Заменили это на паски, и типа все начало работать очень быстро, то есть у меня вообще нет никаких проблем типа с выводом, это вот одна офигенная функция. Да, на самом деле огромные деньги тратились на все, конечно, эти смски, в том числе думали, как бы, например, да, там сократить расходы на это все дело. Ну, вот. То есть это действительно большой объем. Да, как бы, действительно большой объем. Да, поэтому для юзеров в целом им нужно, чтобы все было очень просто, очень удобно. И когда ты им говоришь, что ребята, идите вон там приватник где-нибудь храните, запомните эти слова, что? Хоть кто-нибудь помнит. Типа, да, завести там этот кошелек, MetaMask, там потом его куда-то там законнектить. Ну, то есть это все сложно. Плюс там есть другие проблемы с дексами, да, которые связаны с тем, что сложно построить нормальную, хорошую там рефералку. Ну да, потому что тебя начинает эту рефералку абьюзить. Ну как бы и там другие моменты, тебе все равно как фиатные каналы там надо добавлять. Ну как бы IMM, он не приспособлен под нормальный трейдинг. IMM это что? Автоматический маркетмейкинг, да, все, понял. Вот, поэтому кажется, что, ну, инфраструктура там DEXов точно будет развиваться. Я больше верю, знаешь, в такую историю гибридную, когда, да, у тебя есть централизованный matching engine, а дальше ты можешь выбирать, либо ты, например, хранишь деньги на бирже, либо ты подсоединяешь свой какой-нибудь MetaMask или Trust Wallet, да, и там кастоди на твоей стороне. Вот такая история, мне кажется, она более рабочая, потому что ты можешь более продвинутым юзерам, да, давать возможность самим хранить на своих кошельках, а тем, кто вот нам новички только пришли, да, вот, пожалуйста, ты можешь, ну, хранить на бирже, у тебя там все удобно. Ты не думаешь, что проблема хранения денег на бирже выдумана?
или надуманно, условно говоря? Вот лично для тебя, как для Глеба, от какой суммы денег страшно хранить деньги на бирже? Или вообще типа пофигу? Слушай, ну я хранил на Binance, мне точно было не страшно. Ну вот, когда я там работал. Ну вот, теперь не работаешь. Слушай, ну есть суммы, которые там я храню на холодном кошельке. Ну есть давай, то, что я храню... 100 тысяч долларов на бирже хранить страшно или нет? Нет. Миллион? Миллион? Ну типа уже такой вопрос. Да, да, да. А почему? Не потому что биржа соскамится, а потому что, не дай бог, заблокируют? Да, но у тебя может быть проблема, что действительно у тебя, ну, слушай, слетит... ну, например, ты зайдешь из какой-нибудь другой локации, да, у тебя система стригерит, что заход был, например, там, не знаю, из Филиппин. Да, из Филиппин, ну вот, и просто заблокирует тебе вывод. Я, кстати, знаешь, чем столкнулся на Binance? У меня не блокировали вывод, я реально был на Кабо-Верде, и мне отключили тогда торговлю с плечом, то, что ты говорил. Я не мог реально открывать что-то сделки. Я подключал VPN, и у меня что-то один VPN давал мне пятое плечо, а другой десятое. Я тогда, короче, в Европе попал в какую-то, видимо, регуляторику. Да, вот. Да, да. И я, короче, мне пришлось подбирать правильный VPN. Ну, турецкий вроде работает всегда. Всегда нормально с полным функционалом. Да, да, да. Да, то есть и тебя просто могут, типа, ограничить выводы, потом будешь проходить какую-нибудь эту фейс-верификацию, лицевую, да, то есть и вот заниматься всеми этими вопросами как бы. А как вообще вы в Binance или в криптобиржах получаете зарплату? Вы ее получаете на банковский счет, не связанный, соответственно, с криптобиржей, или это идет выплата вообще в крипте, например, на той же криптобирже и так далее, если это можно об этом говорить? Потому что мне кажется, это суперинтересно, но если там, знаешь, сотрудник работает в бирже, появились же карточки там, в том числе Binance, и если сотрудники Binance, вот вы там с CZ пришли, не знаю, во вьетнамскую столовую, знаешь, или там забегаловку, и одно дело вы расплатились картой Binance, а другое дело вы взяли карту HSBC и как бы посчитали себя обычным пластиком. Как это на самом деле происходит? Ну, не буду сейчас говорить конкретно про Binance, скажу в целом про там, глобальные биржи. У всех есть зарплаты, которая привязана к доллару обычно, она просто может выплачиваться, да, у кого-то там в стейблкоинах, у кого-то, я не знаю, в биржевом токене или там, не знаю, в битке или в чем угодно. И есть еще такой момент, что зависит, лицензирована эта биржа или нет. То есть, грубо говоря, если у тебя есть, например, лицензия где-нибудь в Европе или еще где-то, то местный стаф должен работать в этой компании местной и, соответственно, получать зарплату в местной валюте. Другое дело, что, например, в этом случае, да, биржа может какие-то бонусы выдавать в крипте. Поэтому все очень много зависит от регулирования. Ну, вот во многих странах, например, просто запрещено, да, как там, платить в крипте. В России, да, там платить в крипте. Слушай, кстати, вот про банковские карточки хотел поговорить. Это, в принципе, ведущий продукт, я так понимаю, многие, даже ведущий продукт, но как бы каждая биржа пытается придумать свою банковскую карту, но почему-то это не получает до сих пор масс адопшн, по крайней мере, в рынке СНГ. В рынке там, я так понимаю, Европы, это плюс-минус, как бы вроде решено, там и Revolut есть, и вот не связанный с криптой, да? В чем основной затык, почему это никак не может приобрести масс адопшн? Да, на самом деле у карт огромный ретеншн. Все хотят криптокарт. Конечно. Да. Но проблема в законах. В Европе почему легко? Там есть огромное количество платежек, к которым ты можешь прийти и сказать, я хочу выпустить вместе с вами карту. И скажут, да, без проблем. Там есть удаленная идентификация. То есть тебе не нужно приходить физически, топать ножками в отделение банка или в отделение платежки, да, чтобы они тебе верифицировали, выдали карту. Это раз. Да, поэтому все бегут в Европу, выпускают там карты. А во-вторых, в каждой стране, где ты хочешь выпустить карту, по большому счету ты должен взять за ручку Visa или Master и с ними вместе идти в Центробанк. А Центробанк даст тебе возможность выпускать карту или нет, в зависимости от законов. Например, мы очень долго бились и хотели выпустить карту в Турции. В Турции пока еще нету законов. Но есть постановление ЦБ, в котором они говорят, что запрещено фасилитировать оплату товаров и услуг в крипте прямо или косвенно. И вот эти два слова «или косвенно» не дают возможности, например, запустить там криптокарту. Поэтому в Турции криптокарт нет как таковых. И вот с этим ты сталкиваешься практически в каждой стране. Но, например, в Латинской Америке было, да, проще. То есть Binance запартнерилась там с MasterCard, выпустила, по-моему, Бразилия, Аргентина, Чили, Колумбия. Ну вот, то есть в каких-то странах проще. В СНГ, в России нету законов по крипте пока, да. И поэтому и есть базовые как бы правила там. Да, поэтому ты не можешь такой прийти в Сбер и сказать, так, что, давайте выпустим с вами криптокарту. То, что тебе тут же позвонит Набиуллин и скажет, так, это эти ребята, ну-ка нафиг. То есть поэтому все упирается в законы. Слушай, а что вообще с криптой в Латинской Америке? Латинская Америка
это классный рынок, особенно рынок Бразилии. Но у тебя проблема в том, что в Латинской Америке, и это тоже проблема Африки, у людей достаточно мало денег. С точки зрения любой криптобиржи, то есть ты можешь влить большие бюджеты в маркетинг, но они у тебя просто не отобьются. Но у тебя огромное количество потенциальных юзеров, ну и в целом юзеров. Например, в Африке, Нигерия, там может огромное количество людей торговать. У тебя средний депозит $5 будет. Ну, у тебя, да, типа депозит $5, и там объемы будут низкие. В этом плане, поэтому там Россия, Турция, Индия, Филиппины, Вьетнам, ну, Бразилия, вот они хорошие рынки, потому что у людей есть деньги, и они готовы к риску. Слушай, а что ты знаешь про рынок Индонезии? Потому что Индонезия как будто бы стоит какой-то такой удивительный хаб, который есть вот в Штатах, в которых все легализовано. Есть там Дубаи, в которых вроде все запрещено, но что-то все здесь тусуют, условно говоря. Есть Россия, в которой ничего нету, а есть Индонезия, в которой я слышал, что чуть ли не криптокошельки можно компании привязать. Индия и Индонезия, они просто новаторы. Они придумали такую замечательную вещь, как налог на транзакции. Подожди, то есть любая транзакция в крипте налог? Да. То есть, представляешь, ты пользователь в Индии или в Индонезии, ты совершаешь транзакцию, ну, ты, например, покупаешь что-то на бирже, ты должен с этого заплатить налог. То есть, даже, условно, ты деньги завел, заплати, купил биткоин, заплати, продал биткоин, заплати. Да, поэтому, когда в Индии, в Индонезии этот налог на транзакции ввели, ну, вот в Индонезии он хотя бы поменьше, чем в Индии, там более-менее еще как-то можно, по-моему, 0,01%. Вот, а в Индии а-ля там 0,1%. И, естественно, когда в Индии, например, все ввели, все просто сразу побежали на офшорные биржи, потому что ну нафиг платить это все. Платить-то юзеру, а юзеры не хотят платить. Да, поэтому проблема с этим налогом на транзакции, то, что ввести налог ты можешь, а вот теперь попробуй проведи через парламенты стран, что теперь налог надо отменить. Это очень сложно сделать. Нереально. Да, ты можешь его сократить, уменьшить, но отменить... Это очень сложно. Слушай, знаешь, еще что хотел спросить. У меня был недавно запрос от там, хорошего, там, условно, там, друга семьи, назовем это так. Есть, условно, там, пару миллионов долларов белых денег, полностью белоснежных. Это деньги, с которых заплачены, полученные от бизнеса, с которых заплачены налоги. Вот они, условно говоря, лежат на Сбербанке. Я правильно понимаю? Или я, может, что-то не понимаю? Что если у тебя в России есть, не знаю, 100 миллионов или 200 миллионов рублей, и ты хочешь купить криптовалюту официально, это сделать... Не можешь. Нет, не можешь. Ты можешь вывести эти деньги в кэш и кэш, отнести их в сети. Сумки, да. Ну, слушай, есть еще сейчас варианты. Я знаю, что в Киргизию можно там, через брокерские счета. Ну, это понятно. Да, там уже отправлять это вот, без налога. Но твой белый рубль становится серой криптой. Смысла в этом никакого нет. Понятно. Да. В этом и проблема. В том, что, понимаешь, ритейл в России, он пойдет как через... бы и хотел бы. Не, ритейл в России пойдет через P2P, тебе купит. А вот, например, если у тебя деньги большие где-то лежат в банке, да, или да, какая-нибудь компания, ты хочешь, да, купить крипту, да, никак. Без вариантов. Какие ты видишь еще тренды сейчас в индустрии, что происходит? Вот тут сейчас, типа, кто-то орет bullrun, кто-то говорит фейк bullrun. Что вообще сейчас? Вот, да не, ну, определенно точно рынок ожил. И, ну, насколько будет этим долгим bullrun, сложно сказать, но точно... Сейчас зайдем, да, посмотрим, может, уже биткоин 39 кончился bullrun, да? Да все нет. Я думаю, что еще будет расти крипта. Ну вот. Но самая главная проблема, которую я сейчас вижу нынешнего, да, булрана, в том, что пока непонятен нарратив. Ну, то есть, да, до этого в предыдущие булраны там был то DeFi, да, то ICO, то еще какая-то история. Сейчас нарратив непонятен. Ну, то есть, все говорят про эти real world assets. Да. Ну, я чуть не видел кейсов, пока живы. Я в это не очень верю, потому что эти те же securities, про которые уже 5 лет все говорят на каждом углу в индустрии, да, и никто эти STO, да, securities token offering, так до сих пор не делает нормально. Но кажется, что следующим нарративом может быть GameFi. Вот действительно много идет капитала в игры, много сейчас инди-студий, да и не только инди-студий, да, Ubisoft те же делают Web3 игры. Но здесь проблема в том, что должна появиться какая-то реально классная игра, да, в которой будут все играть. А игровой же рынок, он примерно как рынок стартапов. Есть у тебя там 1% топовых игр, в которые, да, все рубятся, и 99% там, шлака. И вот кто будет, какая игра, да, станет той, в которую все будут играть? А тебе же надо не только сделать классный геймплей,
у тебя еще должна быть классная токеномика, это вдвойне сложно. Но мне кажется, что рано или поздно все равно кто-то добежит до этого. Это будет большим сектором, я думаю. Не могу не спросить про комикс. Что это такое, что за продукт новый появился на рынке, и какое отношение вообще к нему имеет Binance, вот на твой взгляд? Ну, Binance заявил, что продал свой бизнес. Правильно, Binance или Binance? Binance. 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 Я теперь буду как это, как англичанин. Binance. Из двух слов состоит. Binary Finance. Binance. Binary, типа, понятно, как это. Бинарные. Очень простые финансы. Прикольно, кстати. Ни разу не знал историю названия компании. Да, ну вот. Собственно, про комикс. То есть, а комикс как расшифровывается? Community Exchange. А, прикольно, Community Exchange, так? Да, то есть Binance продала свой бизнес в России комиксу. Ну вот, собственно, в комиксе много выходцев из Binance, да, то есть сейчас за Россию СНГ отвечает Антон Торопцев. Я в свое время его нанимал, собственно, в Binance, он отвечал за operations в СНГ, да, ну и сейчас вот он перешел работать в комикс и, собственно, там все это дело развивает. Многие спрашивают, сливает ли там комикс какие-то данные. Конечно, сливает. Что ты обсуждаешь? Там... ФСБ, конечно, сливает. Камон. Ну, насколько я знаю, да. Телеграм сливает, что вы как это? Ничего они там не сливают. Поэтому, ну, как бы вот, теперь это, ну, но новая платформа, которая развивается на территории СНГ. Объясню, что сливают. У меня когда был дейтинг на 1-2 миллиона пользователей, даже к нам приходили за данными. Поэтому я не поверю, что... То есть любая переписка телега, любая финансовая... Дейтинг. Если к дейтингу приходят, понимаешь, за то, кто с кем встречается, то и к финансовым инструментам тоже. Ну ладно, это мое мнение, это не комментируем. А что значит Binance продал бизнес комиксу? То есть, типа, теперь будет, условно говоря, прилка комикс, или уже есть прилка комикс, я, правда, сейчас не смотрел. Ну, есть, да, отдельная биржа комикс. Просто white label а-ля Binance, ну, как бы, типа... Слушай, ну там своя платформа, да, со своей ликвидностью. А что значит продал? Просто со своей ликвидностью, ну, по большому счету. Да, что означает продал? Да, что Binance уходит с рынка России, но есть возможность, ну, как бы, перевести свои средства с Binance на комикс. А под капотом это тот же движок или это уже вообще полностью другая техническая разработка? Слушай, я уже не знаю, какой там движок, ну вот. Но теперь это вот есть такая биржа, которая фокусируется на СНГ. Как ты, на твой взгляд, есть у них шансы типа за рынок СНГ забрать? Слушай, я думаю, что сейчас в целом будет история с тем, что глобальные биржи будут уходить в прошлое, потому что тебя будут заставлять занимать стороны. То есть если ты, грубо говоря, работаешь в Штатах, да, не лезь в Россию, если ты работаешь тоже там в Европе, там, не знаю, не лезь в Китай, ну и все в таком духе. То есть мы приходим к рынку локальных, как были, как локальные банки, условно говоря, да, сейчас есть в каждой стране, и некие там банки-корреспонденты американские, которые обрабатывают все свифты, и мы приходим к тому, что будут локальные биржи и протоколы. Офигеть. Да, я бы даже сказал, ну не совсем. Региональные. Да, региональные, то есть, например, грубо говоря, там в Мену будет, например, М2. Если есть такая региональная биржа, которая огромное финансирование, я думаю, что они здесь будут лидером. То же самое, я думаю, что точно будет какой-то лидер на рынке СНГ. Будет ли это комикс, или это будет какая-то, ну, кто-то еще запустит какую-то региональную биржу, ну, это вопрос. Но ниша точно есть. Слушай, а вот, может быть, не к тебе вопрос, а как можно проверить вообще надежность биржи? В целом, что она нормальная, я не знаю, как по метрикам, по каким-то. А то все говорят, топ-10, ну, топ-10, ни о чем не говорит по объему торгов, ну и что? Да ну, слушай, ну, как бы ты же не будешь копаться в коде, да, пересматривать весь Конечно, код, какие, что там есть. Любая биржа, любая платформа проверяется временем. Понятно. Вот, да. Хороший ответ. Траст создается со временем, ну, вот, то есть, мне кажется, что надо смотреть на те, да, кто управляет этой биржей, да, кто эти люди, какие шаги вообще делает биржа, как быстро они растут, как быстро там развиваются, да. А что за люди работают вот в биржах? Ну, то есть мы сейчас с тобой говорим, как обычные люди, окей, а вот ты нанимал большое количество, сколько ты человек нанял в Binance? Ну, понятно, что у тебя топ-менеджмент в основном ты нанимал, не рядовых. Слушай, ну я когда, например, да, отвечал за Россию СНГ, я нанимал рядовых сотрудников. И 100 человек нанял? Я думаю, больше. Ну, в общем, прособеседовал, мне кажется, я несколько сотен. А есть какой-то, вот, знаешь, не набор навыков или профиль человека, который хочет работать в бирже, например, или которого там, вот, вы брали, и ты бы сейчас нанималась и делал какой-то продукт. Вот что это за люди, короче, которые работают в биржах? Просто у меня что-то вот там не так много, у меня есть два знакомых, кто работал в бирже. Слушай, ну, во-первых, все зависит от специализации, да, то есть маркетологи, есть там специалисты по развитию бизнеса, да, там есть... комьюнити-менеджер. Но в основном мы искали людей, которые каким-либо образом
там, соприкасались, да, с финансами, либо там с финтехом, то есть где-то там на стыке работали, да, например, если бы я нанимал кого-то из России, то я бы там, например, стал смотреть людей, кто работал в Яндексе, да, или там в Тинькове, например. То есть образно на стыке айтишки и финансов. Да. Кто-то там в брокерах каких-то работал, то есть да, на стыке. Слушай, а что вот дальше после вот у тебя, после Binance? Вот ты возглавлял, ну, возглавлял 60 регионов в Binance. У тебя там, не знаю, сколько человек в прямом подчинении, сколько там во всей ветке. Какой дальше путь? Дальше я думаю про то, чтобы, возможно, запустить что-то свое. Свой продукт. Да, потому что, понятное дело, что я сейчас немного отдохну. Наверное, возьму там пару проектов, кого я буду там суппортить с точки зрения там адвайзинга, да, подскажу им, в каком направлении развиваться, что надо правильно делать на рынке крипты. Вот, а дальше, наверное, да, приду к тому, что запущу какой-то свой продукт. Не знаю, будет ли это биржа, будет ли это централизованная или децентрализованная биржа, посмотрим. Но кажется, что это будет таким правильным шагом. Но да, я в принципе, знаешь, сказал бы так, финансы стабилен, да, не, я не хочу торопиться, да, и мне интересно сейчас больше предпринимательство. О, как интересно. А у тебя для этого был какой-то предпринимательский опыт именно самостоятельно? Или у тебя исторически ты шел по карьерной лестнице именно вот менеджмента? Слушай, до Binance на самом деле у меня было пиар-агентство свое. А, вот, ну вообще идеально. Как раз тогда был бум ICO, я ушел из Waves, мы создали пиар-агентство, которое вполне хорошо себе развивалось. Ну, тогда на бум ICO, да. Тогда на самом деле еще думал, блин, идти в найм в Binance или нет. Да, вот мне все друзья говорили, да чего ты пойдешь в этот Binance, он занимается агентством. Ты вовремя впрыгнул. Да, и по ICO да, кончились, а Binance начал расти. Еще у меня был матрасный бизнес. Сразу после универа. Конечно же, он не выстрелил, все прогорело. Да, поэтому какая-то тяга к этому у меня всегда была, но вот, ну, посмотрим, как это все будет в итоге. Ты сказал такую интересную вещь, что ты хочешь немножко, может быть, поэдвайзить кого-то, и сразу такую, покажу им, как правильно развиваться в крипте. Как правильно развиваться в крипте? Понятно, что все зависит от цели и задач, но вот что значит правильно развиваться в крипте? То, что я закладывал, да, в эти слова, это речь шла про то, как, там, как получать пользователей, да, как взаимодействовать с юзерами, потому что на самом деле я вижу огромное количество проектов на рынке, да, которые могли, ну, которые сделаны классно технически, и у которых хороший продукт, но они не могут найти своего пользователя. Да, потому что у тебя... можно какой-нибудь пример? Вот чтобы не общими мазками, а вот конкретно. Вот можно без названия компании. Что делают? Вот, конечно, классный продукт, а что он делает? Слушай, ну смотри, например, возьмем... ты конкретный пример есть. Impossible Finance. Окей. Это что даже ребята... слышал где-то? Да, который запустил Launchpad. Это на самом деле его запустил Келвин, бывший сотрудник Binance. Ну, вот я его много лет знаю. Да, ребята сделали классный Launchpad, но Launchpad'ов стало много. Как выделяться на этом всем фоне, как правильно привлекать юзеров. Да, там токен, если мы посмотрим, он, к сожалению, сильно там упал в цене. Да, смогут ли они как-то переформатировать свой продукт и снова, да, там выстрелить, это вопрос. Поэтому для того, чтобы у тебя стартап выстрелил, да, должно много сойтись звезд, скажем так. У тебя должна быть классная там техническая часть. У тебя должен быть классный юзер-френдли продукт. Да. Ты должен очень классно уметь развивать маркетинг, пиар, взаимодействовать с юзерами, привлекать юзеров. Да. У тебя там должен быть там харизматичный, я не знаю, SEO, который умеет общаться, да, там, на разных языках. То есть, ну, как бы, по большому счету, у тебя много составляющих. Что первично, продукт или маркетинг? Продукт. Но без хорошего маркетинга ты не выстрелишь. Ну, то есть это... они взаимосвязаны. То есть как бы если у тебя хреновый продукт, но классный маркетинг, то все равно рано или поздно, да, у тебя юзеры скажут, ну и что за фигня у тебя тут? Буду пользоваться другим продуктом. Но в то же время, если у тебя классный продукт и хреновый маркетинг, да, то просто никто не узнает о том, что у тебя... такой классный продукт, да, никто не будет его использовать, поэтому у тебя должно быть и то, и другое. Слушай, а вот все-таки Binance сделал огромное количество сделок за, я так понимаю, вы покупали биржи, там, я не знаю, в Японии, в Филиппинах, что-то получалось, что-то нет. Ну, мне вообще, типа, это интересно, ты сидишь такой, у тебя сделка, наверное, на 100 миллионов, как вот
принять решение. Да, на самом деле, СИЗИ всегда говорил, что нет смысла, да, там, гоняться, например, за какими-то там, если ты хочешь партнерство, да, заключить, не купить именно, партнерство, да, за какими-то большими брендами, да, всегда тут надо идти по пути скорее меньшего сопротивления, да, если там Google, Apple не хотят с тобой работать, найди тех, кто хочет с тобой работать, а такие точно тоже найдутся. И даже со сделками он не любил, да, какие-то очень сложные сделки с огромным количеством там условий. Он всегда считал, что, да, сделка должна быть простая, да, там, покупаем, продаем, там такая цена, там, и там какие-то базовые условия, да, потому что он считал, что там чем сложнее сделка, да, тем больше потом будет как бы нюансов. Поэтому старался все сделки, ну, совершать максимально, ну, делать максимально простыми. Слушай, ты упомянул Apple и Google, насколько вообще Binance бодается? Он по-любому вынужден как бы соблюдать правила игры Apple и Google, но как будто бы ваши переменные успехи, в том числе есть еще вот паблишер, как бы, который как-то ограничивает. Не знаю, это может быть этого дела не касалось, но сколько сложно, возможно, вести с ними переговоры. Это просто по моей теме мобильных приложений, на, не знаю, на предмет там, одной или другой фичи или доступности в каком-то регионе, например. На самом деле, на определенном этапе были сложности с тем, что Apple не хотели апрувить новые апдейты, билды Binance. Ну, вот, и я помню, что в какой-то момент нам приходилось там буквально ждать, там, не знаю, недели, две, три, пока нам дадут возможность опубликовать новую версию. Потому что, ну, как бы, там были моменты с NFT, и там с другими продуктами. Вот, поэтому это всегда надо учитывать, да, если вы разрабатываете приложение в плане крипты. И я так понимаю, что вы там очень жестко зарегулированы по лицензиям, и там, скорее всего, чуть ли не в Apple предоставляли, наверное, все лицензии для того, чтобы работалось. Да, насколько вот я сейчас знаю, от многих ребят, кто запускает тоже биржи и криптопродукты, Apple может тебя запрашивать legal opinion и просить предоставить лицензии, чтобы залистить тебя в App Store. Слушай, скорее всего, ты ответишь, что на общих условиях, но все-таки такой большой проект, как Binance, да, такое мобильное приложение с такой мобильной базой, с такой сложностью, ну, может быть, вообще не в своем responsibility. У вас были какие-то все-таки прямые каналы коммуникации хотя бы с Apple, или вы общались на общих условиях? Не в курсе? Слушай, я не в курсе, здесь я не смогу как-то. Просто очень-очень интересно, как такие большие продукты работают, типа вот Uber, Apple. Мы же вспоминаем сериал, опять же, Super Pump, когда пришел на порку к Тиму Кук. Это, на самом деле, говоря про сериалы, мы тоже часто смеялись внутри, и я спрашивал Сизи, ты уже знаешь, кто будет тебя играть в новом сериале про Netflix? А что, думаешь, снимут? Я думаю, что точно снимут. Ну, Сизи всегда отвечал, что, к сожалению, сериалы, да, про фаундеров, по стартапу обычно снимают, да, с таким, с претензией на какую-то сенсацию, показывают фаундеров, возьми там социальную сеть, да, показывают в таком негативном виде, как они, значит, там пытались что-то там обойти, обхитрить, ну вот, поэтому, скажем так, меня были очень воодушевлены этим. А мы как будто бы не пытались. Слушай, и, наверное, у меня, знаешь, какой еще вопрос тебе был? Все-таки Binance — это про кэшфлоу бизнес? То есть это операционный большой прибыльный бизнес, или это все-таки про капитализацию, или это и то, и то? Вот именно для фаундера, для как бы... То есть в чем... Я понимаю, что, то есть это не значит залезть в чужой карман, но в чем, условно говоря, основные деньги, основной как бы профит для фаундеров Binance? Это, условно, там в токенах BNB или там, не знаю, в операционной прибыли? Смотри, сам Binance как бизнес, даже несмотря на все текущие проблемы, остается невероятно прибыльным. Ну, вот, он, как модель, сама биржевая модель, да, она проверена временем. Понятно, с чего ты зарабатываешь, да, это комиссия. Понятно, что комиссия генерирует количество пользователей. Да, и Binance по-прежнему имеет огромное количество пользователей, которые генерят огромное количество комиссий Binance. Я думаю, что это еще будет очень долго. Поэтому это невероятно устойчивый бизнес. У Binance нет долгового обременения, вот поэтому действительно хороший бизнес. Слушай, а у Binance есть инвесторы вот каких-то ранних стадий или не было? Это же как есть, это начиналось как стартап. Или типа все уже давно выкуплены и так далее? Слушай, я не знаю там детали бэкграунда, но вот главная история, что CZ провел ICO, и после ICO уже деньги, конечно, никогда не привлекались, потому что ICO позволило Binance стартануть. Да, были ли там... Ну, понятно. Раньше, до ICO, ранние инвесторы, понятно, да, это, думаю, лучше спросить CZ. Друзья, мы закончили. Занимайтесь тем, что вы любите, потому что то, что можете сделать вы, не сделает никто.